Две станции обезжелезвания воды открыли сегодня в Гомельском районе. Яны побудованы у вёсках Климовка и Романовичи. Это протяг реализации программы «Чистая вода». Больше за 2000 жыхароў Гомельского района будут обеспечены питной водой, якая отповедает усім санитарно-гигиеничным нормам. Подробности у сюжете наших корреспондентов. Алексей Соловьев живе у вёсцы Романовичи 15 годов, гадуя двоих детей. Пытание об якости воды дома стояло досыть востро, бо от ее залежит здоровье семьи и стан бытовых приборов. Качество воды, конечно, было не очень. Приходилось, конечно, жилищному хозяйству уделять особое внимание, промывать системы. Но надеюсь, что вот с введением этой станции будет гораздо меньше проблем, потому что качество воды существенно улучшилось. И даже вот я беру по приготовлению пищи, уже нету такой накипи. До заявления станции обезжелезвания у Романовичах колькость железа у воде перевышала норму у 3-4 разы. Мясовые жихары звертались у райжелкамгаз. Специалисты проводили чистку сеток, але это давало короткочасовый эффект. Зараз это пытание вырешено как минимум на ближайшие 20 годов. На сегодняшний день содержание железа значит, по норме 0,3. Здесь 0,3 мы даже не доходим, то есть перекрываемся немножко норматив. Где-то 0,25. То есть жители уже получают чистую воду питьевую. Конечно, это достаточно хорошо, потому что шли к МРЗМУ, к сожалению, не первый год. Да, и вот достаточно быстро спроектирована была станция. И еще быстрее, конечно, такие сжатые сроки было построено. Станция у Романовичах очищает 14 кубометров воды за годину. За месяц отрымливается 5100. Этого не только достатково, как обеспечить чистой водой населенный пункт, але предугледжвае пэўный резерв. Зараз до ее подключено 655 домов с центральным водозабеспечением, у яких живе прикладно 1300 человек. Коли колькость абонентов повелишится до 2000, у вёсы зробят другую сведровину. Станция обезжелезвания у Климовцы обслуговывает меньшую колькость жыхароў, тому и мая меньшую продуктивность – 10 кубометров воды за годину. Дарэчы, на будаўніцтва абодвух объектов со сродкаў республиканского и областного бюджета было выдаткавана звыш 320 тысяч белорусских рублёў. При их узвядзенні выкарыстоўвалі матэрыялы и абсталяванне айчыннай вытворчасці. Старшыня Гомельского райвыканкама Алена Алексіна адзначыла, что зараз у районе працуе 13 станций обезжелезвания, якія штомесяц очищают 72 000 кубометров воды. Сегодня жители искренне благодарны за то, что приходит качественная питьевая вода. Таким образом мы обеспечим необходимые условия для здорового питания, для качественного питьевого водоснабжения. И верю в то, что обоснованные жалобы наших граждан по качеству воды, они сами собой будут разрешены. До конца года в Гомельском районе открыют еще две станции обезжелезвания воды – у вёсках Грабовка и Марковиши. Еще 5 объектов запланировано на будущий год. 5 увели у эксплуатацию летось. Ганна Каральчук, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.